Так, ну я еще вертикалочку хочу снять, конечно, вот это эпичнейшее, какое-то огромнейшее помещение. Клим Байкова, он нам показывает экскурсию, проводит. И... Ой, диву даешься от таких мест, вот это пацанячье какое-то, максимализм таких помещений гигантских, просто производственных складах, ангарах. Крутяк. Бывает же, а такой вот едешь, и вот разбивается, вот он ровно вот по центру, вот куда еду, смотрю, вот там вот он разбился. Да ёж твою мать, а! Доброе утро, Екатеринбург! Опа! Стоит на месте. О, погнали!